Тушите мою жопу. И, в общем, я думаю, у вас 100% такие ситуации тоже уже были. О чем речь? Недавно на стриме после одной каточки жопа сгорела окончательно от нашей просто недоделанной, абсолютно убогой системе наказаний. Ну, то есть, это та хрень, которая должна следить за тем, чтобы союзники не убивали союзников. Ну, а если они начинают это делать, эта система как-то должна наказывать этих самых игроков. Как у нас сейчас в игре это реализовано? Я думаю, что не знают даже сами разработчики. Потому что, вот серьезно, просто хрен поймешь, как это работает. Иногда ты буквально там какую-то плюху даешь. Ну, давайте начнем с простого, да, вот как работает. Ну, это то, что я точно знаю, как работает. Если ты союзника добиваешь, ну, то есть, неважно, у него там 10 хп или 50 или 100, если ты его убиваешь таким образом, этим выстрелом, тебя сразу выкидывает из боя, до свидания. Опять же, это очень коряво и неправильно, как по мне, но, тем не менее, я хотя бы понимаю, как это работает. В других же случаях ты просто не угадаешь, за что тебя наказали и почему. Ты иногда просто, ну, не то что ты, меня периодически, или вот мы играли с Валерушкой, его раздамаживали на пол хп как минимум вообще изи, просто несколько боев подряд один и тот же человек, и с ним ничего не происходило. Или же иногда ты просто даешь какую-то плюху союзнику случайно, и тебя моментально выкидывает из боя. То есть ты его не убиваешь, но тебя выкидывает, и поэтому как это... Короче, давайте перейдем конкретно к примеру. Катаюсь я, значит, на БМД, замечаю шикарную движуху в центре, тут ОБТ-хи поджались, я, естественно, через дымы, немножко корявые, подлетаю раздамаживать леопарда, дают ему первый птур, второй птур, начинаются автопушки зажимать, и тут моментально появляется союзник, и я ему даю урон, там сколько там, 331. Я не могу, в принципе, перестать стрелять, ну то есть у нас... Если ты очередь запустил из автопушки, у тебя не один снаряд вылетает, а несколько. То есть даже если бы я смог сориентироваться и моментально, как только он у меня перед прицелом нарисовался внезапно, и отжать кнопку стрельбы, даже если бы я так смог, в любом случае я ему какой-то урон бы нанес. Окей, в принципе, да, ну вроде бы, ничего страшного. Но попала очередь в союзника, который сам же подставился. Тут же становлюсь фиолетовым, заметьте. Тут же 330 урона. Окей, едем дальше. Ну, здесь я немножко пытаюсь продавить фланг. Вроде бы каточка хорошо началась. 5000 урона в начале. Классно все. Тут натыкаюсь на засаду из гранатометчиков. Естественно, союзный, кто там, Леклерк, да? Леклерк летит, и он их не замечает. Я пытаюсь их отстрелить. И как раз в этот момент этот Леклерк, я, в принципе, на Леклерка этого даже не смотрел, выезжает в прострел, и я наношу ему 35 урона. И меня тут же моментально выкидывает из боя. Да что это за хрень? Я никого не убил. Я случайно попал два раза очередью в союзников, и меня выкидывает из боя. Это просто настолько убогая, серьезно, и непродуманная система наказаний, что я за вот сколько времени эта игра существует, насколько вот на моей памяти, это самая ублюдская просто система. Раньше она раньше и то лучше работала. То есть она мне и раньше не нравилась. Но то, как она работает сейчас, полнейший бред. Никаких абсолютно нормальных наказаний в этом нету. И при этом ты периодически попадаешь вот в такие ситуации, когда случайно в кого-то залетает и тебя выкидывают. Ну, то есть, спасибо, что называется, что за такие случайные попадания тебя не банят хотя бы на неделю где-нибудь так, а просто из боя выкидывать. Но, блин, это же тебе просто обламывает какой-то бой такая история. Ты случайно попадаешь в союзника, тебя выкидывают в команде, соответственно, минус союзник. Это должно работать как-то по-другому. Это нужно продумать. Либо, блин, наконец уже просто возьмите и уберите огонь по союзникам, так как вы это сделали в ПВЕ. Что в этом, блин, сложного? Если у вас нет времени, вы не хотите заморачиваться с нормальной системой наказаний, да, блин, просто поставьте, отключите огонь по союзникам. Все. Минус friendly fire равно счастье. Никто никого не будет дамажить ни специально, ни случайно. Никого не будет случайно выкидывать из боя.
и т.д., и т.п. И все просто будут счастливы. Но, блин, почему разработчики до сих пор не хотят ничего с этим делать, я не знаю. Может быть, вы знаете, напишите в комментариях, как вы вообще к этому вопросу относитесь. У меня вариантов нету. На этом у меня все. Не забывайте оставлять свое мнение в комментариях и, в общем, все остальное. Всем пока.